Традиционный турнир по самбо памяти героя Советского Союза Даниила Одинцова стартовал в эту субботу в спортивном комплексе «Чайка». В состязании участвует свыше 70 начинающих самбистов. Возраст их не превышает 13 лет. Помимо состязаний, юным спортсменам рассказывают о подвигах советских солдат-спортсменов. Даниил Одинцов, чье имя носит турнир, будучи военнослужащим Черноморского флота, занимался борьбой и входил в спортивную роту. Стрелок 18-го отдельного батальона морской пехоты известен как один из участников подвига пяти черноморцев. В критический момент неравного боя с фашистами он обвязался гранатами и бросился под танк противника. Погиб, не дав врагу возможности пройти через занимаемый рубеж в районе села Дуванкой, ныне Верхнесадовая. Слушайте, прекратили движение немецких танков в сторону Севастополя. И вот память этих людей, ну, а почему именно по нему одному? Потому что он занимался борьбой, был неоднократным победителем чемпионатов флота. Своих спортсменов на этих стартах представили симферопольские объединения. Для них подобные соревнования – хороший шанс проверить силы учеников. Многие юные спортсмены впервые выступают на данном состязании. Результаты турнира объявят в воскресенье. Для победителей Федерация самбо подготовила эксклюзивные кубки и медали.